Калісті, здається, уже давним-давно перед огульной и великой небезпекой наши предки завжди об'єднувалися. Бо розуміли, розбить ворога разом легче. Навод Вітаут примусив себе забыться про тое, что Ягайло забив его на габатьку. И у вынику история занотовала славную перемогу нашей зброї на Грунвальдском поле. Але давно тое было. Теперь іншие часы. Взаемная ненависть магнатских родов не мая межу. И навод амаль стративши айчину, яны не жадають размовлять одно за одним. Павел Сапега – типовый человек эпохи. В сенсе того, что он был верным интересам своего магнатского рода, але не типовый человек эпохи, потому что был человеком талановитым. Звичайная з'ява, коли агульнодержавные интересы разглядаются праз призму интересов приватных, своей особы или представников своего магнатского или иншого рода. Павел Ян Сапега походил из великолитовского магнатского рода Сапегов Гербуліс. Науки не так легко скрались юнаку, как конь и меч. Тому питання, як побудувати свой лёс перед Павлом Яном, навод не стояло. З дзяцінства ён ведав, що буде ваяром. І йшов до своєї мети поступово, приступка за приступкою, без ярких узльотів і падінь. Спочатку виконував обов'язки великолітовського обозного. Це значить займався усіми питаннями розміщення війська. Пізніше став вітебським воєводом і маршалком Литовського трибуналу. Вядомость Павел Ян Сапега отримал у час казацких повстанняв у Речи Посполитой, удало керуючи Харуговою своего дядьки Казимира Льва Сапеги. Однако, коли Павлу Яну пропоновали стать смоленским воеводом, ён отмовился. Наближалася война с Московщиной, и брать отказность за Смоленск, браму у Великое Князство Литовское, магнат не отважився. А потом наше господарство обрынулося у вихур спустошальной войны с Московщиной. В ее Павел Ян Сапега отыграл довольно важную роль. После смерти великого гетмана Яноша Радзивилла принял гетманскую булаву. У той смиротно небеспечной для лёсу нашей державы час у Москве был навод створенный приказ Великого Князства Литовского для керования захопленными землями. Але Литва-Беларусь упарто не жадала перетвораться у российскую провинцию. Тады у 1659 годе цар Алексей Михайлович накеровал на наши земли черговую великую армию, она чале с князем Иваном Хованским. Расейцы, як завсёды, выкарыстовывали тактыку выпаленай зямлі. Яны дайшлі да горадні і захапілі Берасця. У тых даўніх падзеях вельмі шмат супярэчлівага і заблытанага. Зразумела, бараніць радзіму сілай было складана, бо сілы гэтай бракавала. Таму і распачаў яшчэ Януш Радзівіл вайну дыпламатычную, згадзіўшыся на шведскую пратэкцыю. Уключыўся ў тыя гульні і Павел Ян Сапега, прымаючы па чарзе паслоў то ад шведскага караля, то ад маскоўскага цара. Аднак не гэтае здзіўляе, а тое, што нават зараз, калі амаль усё вялікае княства літоўскае здратаванае маскоўскім ботам, нашыя магнаты ніяк не могуць пазбыцца ўзаемнай нянавісці. Радзівілы і Сапегі, Сапегі і Пац. Жарсці распальвае і сам кароль Ян Казімір, умацоўваючы сваё становішча, сварыць вялікага гетмана Сапегу і палявога гетмана Вінцэнта Гасеўскага. У выніку незлажанасць іх дзеянняў прывядзе да таго, што корпус Гасеўскага будзе разбіты, а сам ён трапіць у палон.
Днем наибольшего триумфу для Павла Яна Сапеги стало 28 червня 1660 года. Менавіта в гэты день отбылася одна из вырашальных битв тае войны. Под Полонкой, близу Ляховицкого замка, объединенные силы Сапеги и киевского кашталяна Стефана Чернецкого здобыли славную перемогу над московским войском. После той битвы стратегическая инициатива у войне перешла на бок Павла Яна Сапеги, на бок Речи Посполитой. Перемога под Полонкой была замацаваная перемогой под Кусликами поблизу Полоцка у 1661 годе, а поздней военные деяния в Оголе были перенесены на территорию российской державы. Павел Сапега воевал в вельми непростых умовах, дзейнічаў в вельми непростых умовах у часы 13-годовой войны с Москвой. И воевал паспяхова, дзейнічаў паспяхова. Его перемога под Полонкой вартая многога. Она приспешила конец этой страшной войны. На схиле життя великий гетман занялся придворными интригами и мкнулся, и вельми поспехово, узмацнить становище роду Сапегов у Великим князстве Литовским. А покинул гэтый свет после долгой хворобы на 55-м годе життя. То, что Павел Сапега шмат уваги и силу поклал на славу властного роду, так само зразумелая справа. У тыя часы шмат хто не толькі з магнатаў, але і шляхты лічыў караля Яна Казіміра няздольнай асобай, няздольным палітыкам, які шмат прычыніўся да няшчасцяў Рэчы Паспалітай. І кожны з буйных магнацкіх родаў, прадстаўнік гэтых родаў, меркаваў, што ён быў бы не горшым каралём, а можа нават лепшым каралём, чым гэты шведскі каралевіч былы. Задача была только в том, как домагчыся своего выбрания, как отримать перевагу в Украине такую, как або я, або представник моего роду Радзівілаў, Сапегаў, Агінскіх стал королем. Але гэтага не трымалася, и в выніку мы ведаем, что грызня магнатов причинилася до згубы краины. Такі был час, суперечливый и складанный. Теперь вельми часто особистые амбиции перемагали агульнодзяржаўную корысть, а ненависть магнатских родов один до одного не припынялась нават подчас войны. Славные часы великих перемог и величи великого князства Литовского поступово адыходили у нябыт.